Негромкий голос, быстрый взгляд, полуулыбка. Лысоватый, немолодой, галантен. Любил музицировать, превосходно играя на рояле джазовые мелодии. Вальяжный, доброжелательный, мудрый, с хорошим юмором, но очень закрытый. Киевлянин. Отец в 1936 году был репрессирован как троцкист, арест и ссылка отца. Как семью врага народа, мать с сыном отправили в ссылку в Кировскую область. Война, эвакуация. В Казахстане окончил 7 классов, театральный вуз в Ташкенте. Мечта продолжить образование не покидала его. Рискнул и поступил в школу-студию МХАТ. Служба в театрах Оренбурга, Магнитогорска, Воронежа, Грозного. В 50-е годы он сам говорил: «По-настоящему я стал артистом, потому что никуда не брали. Сын врага народа». Женитьба на молодой актрисе Валентине Блиновой. В 58-м году у них родилась дочь Валентина. Но в 62-м году жена умерла от рака. Отец-одиночка. Он женился второй раз, когда дочь заканчивала учебу. «Я не женился, пока на институт не окончила, чтобы не травмировать», – рассказывал актер. Вторая жена Виктория – инженер. В их семье, в отношениях – редкое взаимопонимание и теплота. Больше в семье Леонида Броневого детей не было. Дочь актера Валентина, филолога, окончила институт иностранных языков имени Мариса Тореза. Она не пошла по стопам отца, а проработала почти 30 лет во Всемирной службе вещания гостелерадио. Она подарила отцу внучку Ольгу. Вместе почти 50 лет. В сентябре 2012 года, во время гастролей театра в Киеве, Леонид Бронемой попал в реанимацию с острым инфарктом миокарда. В Киевском центре сердца ему сделали операцию. Спустя 20 месяцев он вернулся на сцену Ленкома. Более 120 ролей в кино и театре. Роль, после которой он проснулся известным, он сыграл в легендарной картине «17 мгновений весны». Он играл блестяще. Человек самоограничения. Нас советская власть приучила довольствоваться тем, что есть. С одной стороны, это ужасно, а с другой – меньше хлопот. В декабре 1917 года сердце великого актера остановилось.